Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу напомнить вам о кукурузном масле Golden Corn и рассказать про все полезные свойства этого масла. Итак, поехали! В первую очередь можно убедиться в том, что масло Golden Corn сменило упаковку, что действительно круто и очень красиво. Что немаловажно, у масла Golden Corn нету постороннего запаха. Вы можете убедиться. Ну что ж, действительно ничем посторонним не пахнет. Это круто. Одно из главных достоинств кукурузного масла – это высокое содержание витамина Е, вдвое больше, чем на оливковом или растительном масле. Это масло помогает в выводе вредного холестерина из крови человека, препятствует образованию тромбов в сосудах. Благодаря своим диетическим свойствам и содержанию многих разнообразных минеральных веществ, употребление в пищу человеком кукурузного масла весьма благотворно сказывается на всей работе кровотворной и сердечно-сосудистой систем, а также препятствует появлению тяжелейших болезней, инфаркта и инсульта у человека. И хотелось бы коротко рассказать вам о применении этого масла в кулинарии. Кукурузное масло превосходно подходит для жарки, приготовления различных блюд во фритюре и тушении. Важно отметить, что оно не образует при нагревании канцерогенных веществ, не пригорает и не пенится. Поэтому для этих целей советуют использовать именно кукурузное масло, а не подсолнечное. Да и расходуется оно экономнее. Кукурузное масло используют также для приготовления майонеза, разных соусов, выпечки, теста. Тесто получается эластичным и упругим, а готовая выпечка становится ароматной и пышной. Этот продукт широко используют для заправки салатов, поскольку кукурузное масло не имеет характерного вкуса. Оно не может перебить натуральный вкус ингредиентов. Итак, дорогие друзья, приобрести кукурузное масло Golden Corn вы можете на полках супермаркетов. До встречи, а я, пожалуй, начну готовить.